Вы вообще как оцениваете вот эти вот отчеты, то, что дали? Вот вы как эксперт. На мой взгляд, зеленая экономика, вот эта программа зеленой экономики, она была чистая формальность, принятая, так сказать, во исполнение этого постановления Жогорку Кенеша. Это во-первых. Во-вторых, вот вы абсолютно правильно заметили, что ничего не понятно. В той программе было четко заложено перечень мероприятий там, по собственно экономическим вопросам, по социальным вопросам, по водным вопросам, по природоохранным территориям. Что выполнено из этих, так сказать, сколько процентов хотя бы выполнено из тех задач, которые были поставлены перед Министерством экономики, перед Министерством тогда госагентства было охраны окружающей среды. То есть каждый должен определить сам для себя, что мы выполнили и почему. Я больше чем уверен, что не выполнено абсолютно большинство пунктов. Потому что я говорю, что не было финансирования. Была надежда на этих, на доноров, что доноры будут нас поддерживать. И они, конечно, поддерживают. Но фактически это не государственная программа получается. А проблемы-то как не решались, так и не остаются, так и не решаются. И вот здесь я думаю, что действительно нужно провести анализ, что было заложено и что выполнено. Почему? По каким причинам? Для того, чтобы на уроках, на ошибках учиться, чтобы мы действительно были ответственными. Почему я так говорю? Потому что я уже сколько лет работаю с госорганами. Я знаю, как в Казахстане требуют буквально, чтобы они выполнили каждый, даже деньги выделяют, чтобы было, знаете, то же самое, исполнительская ответственность, дисциплина в Узбекистане. А у нас что? У нас принимаются программы, бла-бла-бла-бла. Все, и забыли, сколько таких программ было. Боже мой, сейчас опять новые будут принимать. Деньги осваиваются, у доноров мы разработали. А потом что дальше? А потом фермеры будут плакать, у нас воды нет.